Ja, tut noch, da geht's. Oh, da du das für ja, das ist für diese Sch Ja. Chat. Was hab ich warte. Hurra. Еще в скайпе не созвонились. Помнить. Эдик, видишь, шел. За бац сидишь? Ваня, хватит печатать, у меня голова уже заболела от твоей клавы. Так, и все тут? Да. Юра? И чё, я захотел? Шманя, ставь лорда сразу. Сразу? Да. На второй поставишь? На второй, сразу. На второй, то есть, на второй поставишь. Вот вот ты пойдешь. Я на второй поставил? Да. Сейчас какой-то отвод должен сделать. М? Сейчас какой-то отвод должен сделать. Нет, ты чего, дэк нужен. Блять, сука. Ладно. Давай есть? Я поставлю хоть что-то. Ну не дефнуто. А? Ну ты не поставишь потом. Ребят, нам стакайте сейчас, он на второй лорда даст.
В этот раз вот не выбегает нормально, застакаем. В прошлый раз выбежал Арча. Ну да, сейчас забись. У вас самих тоже нормально? Им тоже стакс. Да все, давайте вам стакс, мы дефаем уже. Второй кидаем. Мы кидаем, нет? На четвертую можно уже ставить, да? Да. А ты бы сюда бы поставил, вот сюда. На третью вот так поставь. Хотя можешь даже к стенке поставить его. Не апнешь? Блядь, лорд есть как бы ход, да? Я уже всего снова. Дратути. Понятно, блядь, делать, ты что, доктор хочешь похавать? Вообще не хавай, говорит, чувак. Вы всем дефните или нет? Дефнем. Будем стараться дефнуть. Ну, лучше наверняка. У вас еще и они отводят. Ну, он и должен отводить. Лордом же кушать будет. Какой план у нас? Олни 7. Олни 7? Ну, вы дефаете 7 или нет? Должны прийти. Ну, просто... Чтоб я в ламп пошел, чтобы не было так... Типа да, и трихила отдали. Типа, наверняка давайте сыграем. Нам проигрывать нельзя. Ну, Ваня второго лорда должен будет поставить обязательно. Без отвода останется там. Не будет, все, отвод тоже будет. Вот и шлепка. Да не, ломбись, у тебя 4-1 сидишь. У меня 5 будет, а чей просто? Больше никак. Ну, хотя постараюсь 6. Ну как,
смотря как я лор... не знаю, что у вас будет, вы просто скажите, дефнить или нет. Блять, как вы можете конкретно сказать, если мы не знаем, сколько арчей мы выйдем примерно? Конкретно должен сказать, зависит все от ламба, сколько будете сидеть. Посчитайте, я не знаю. У вас арчи, у вас не, это, не войды, чтобы я сказал, вот уверенно скажите, вы дефните или нет. У вас арчи гребаные, которыми можно дефнуть. Ну, блять, у нас лорд сколько накушает, может он дохуя накушает, понимаешь? А я вообще не покушаю. Ну ты же не первый раз вы так строитесь, уже должны знать, сколько он кушает, ну, там сколько выходит. Как пойдет, по-разному, иногда он нихуя не кушает. Не знаю, как ты тогда играете. Орк нет, да? Ну, ломбите себе, иди. Давайте нам немного стакать, если вы дохнете. Хотя не надо. Только зарешал. А, сами еле-еле. Ярли, все равно надо было лорда ставить, чтобы ты кушал потом в будущем. Айстроль. Да, Ваня. Бля, Ваня, знал бы я, что ты 5-3 сделал, я бы нахуй не делал бы 6-7-3. Мы сейчас без засыла пустим просто. Ты ничего не построил, чуть-чуть отвод сделал. Сейчас максимум арчу. Постакайте, ребят. Стакайте, ребят. Зачем вам стакать? У вас 4 арчи живые. Да пофигу. Там
Дай по паука в ответ. Нет. Можно, если наши дефы, мы не дефы. Постакайте, постакайте нам. Засыла нету все равно. Миха, ты паука не тыкнул вот, вот так же? Ничего не было. Голды не было у тебя или что? Может, лордов не спалим? Не будем палить? Давай. Надеюсь, там не горелка. Надеюсь, какой-нибудь гребаный стан. Ну да, там стан, раз волны не дают, там стан. Да. Давайте 8. Но две хилки уйдут, я думаю. Или нет? Ну да, один уйдет. У нас волна, да? А, можно. Нормально хилку выбили. Плохо, что не у нас, у нас тоже не стан. Вань, ты сейчас отвод усилишь? Ну, посмотришь, где-нибудь. Я просто 7-5 тогда останусь, если усилять. Не будешь, верь, тогда строю. Да ему на ламп все равно не хватает, пускай верта тыкает. Ну сейчас паука тыкни мне вот вот. Или в основу айса, я не знаю. Что-нибудь. Постакайте нам. Что будем делать дальше? Ну, а почему нет? Ула, стакай нам. Угу. Будет сдох, что ли? А, не, его вижу. Ну, блин, нормально. 19, я думал, штук 25 пикнем.
26. Ну, 10 на вас, у вас девчик есть. Тусики верт. Лорды. Че, мне двух демонов апнуть? Остаться 7-4. Дела. Нет, сломбись, одного апну. А 7-4 оставаться тоже это не тема. Ну, хил, чтоб не отдали. Ну, давайте лучше останусь. Ну, блядь, потом ты хз, блядь. Куда кинем мех? Зачем? Мы с тобой не дефаем. А если они тоже не дефнут, то куда нам кидать? Зачем преимущество отдавать? Хил терять. Там еще один хил. Не успеем апнуть. Мы тогда тоже говорили, не успеем. В итоге 3 хила дали на 10. Мы с тобой-то по-любому не дефаем, а от них зависит. Ну это тоже учитывает, Иван. Отвод надо будет хороший сделать. Походу я 7-7 останусь. Блять. Надо было сидеть, а 7-4 хули я уже заказал, блядь, построился. Так 7-7 это предел наш с тобой. После арены 7-9 сделаем и зашибись. Ну тебе-то не предел, ты делай. Но ему лорда апать и отвод усиливать. Ему-то куда делать тоже. Ему, да, 7-5. Потолок. Не, Мих, лучше адапать и кинга на арену точнее кинем. Не надо рисковать, не хочу рисковать. Мы не за фуллинг кинга. Ну по мне опасно, я не знаю, вы что думаете, хотите кинем? Опасно, очень опасно. Учитывая, как они апнули фул кинга, кинув пятый еще, там лам высокий много прилетит. Просто мы дефнем максимум, ну, одного-два босса, не больше. Мы больше не заберем. Ну, у нас одну сторону-то должны мы дефнем. Кто? Мы. Но если Ваня бы 7-4 сидел, вы бы вообще все бы задефали. Два лорда апнутых, тусики, верт. Арчи, которые спам бы рубили. Ну давайте, вот сейчас давайте покидаем нам хпшку. В принципе, осталось только дапать. Чисто. Спам, арчей, гулей, без орков. Чисто так, символически. Мы уже от кинга как бы видим. Че, по гулей кинули все? Я кинул. Я тоже кинул. Ну, 20 не успеем сделать. Ну, вон там верт линый. Там бы в ноль бы дефнул. Ядро апать мех или тогда лучше? Тогда. Наверное, вот сюда куда-нибудь, да? Или нет? Нет, вообще туда. Еще возле стены вообще только. АГ есть? Угу. АГ дашь? Или ладно, я дам АГ. Я дам, у меня гнол.
пробую затерть. Отвода нету. Вместо лифта, наверное, отвод надо было делать. Нам бы вот эти два верта, если бы в одного бас... О, да-да-да. Хотя бы двоих забрать было бы вообще зашибись. У вас что? Нам стакайте, нам стакайте. Да, давай им постакаем. Пускары живые будут, дефнем. Да-да-да. Да, все, вы дефните. Молодцы. Все, красавчики. Так, надо вот этого стакнуть, коцаного. Да, да, можно арену скинуть. И так неплохо накопим. Арену скинем. Стакайте, стакайте на низу, чтобы двоих хотя бы забрали. Всех заберем. Всех заберем что-то. Все, хорошо бить тогда. Лорда ставим, а уже что, не кляем арену? Кинем, кинем, вы чё? Ну год чутка кинем, у нас кинг, в принципе, апнутый. Нормально, 3к value, 200 инкома, 7-8. Там тиники, мини. Ну, инкореза у них особого нету, так что можно, в принципе, копить. Угу. У фуда value небольшое. Надеюсь, арена не за нами должна быть. У нас лорд апнут. Ну, у нас ауры получше. Наши все зашибись. Главное не давать им дышать. Я думаю, 7-9 это предел, да, наш? Ого. Да, наверное, не знаю. Смотрю, сколько накопим, да, если нормально накопим. Не, ну, 7-9, я имею в виду, больше не ломбимся. Ну да, наверное. Или 7-10. Не, 7-10 не надо. Я тоже 7-9 после 12 сделаю, и все, или даже 7-8 останусь. Ване надо было не 7-8 сделать, а лорда апнуть, чтобы кушать. Ты так нихуя не будешь кушать. Вот потом бы апнул. Да, согласен. Я нихуя, смотри, кушать убежал я. Тараканы кушают. Мих, ты сейчас хочешь 7-8, 7-7 сделать? Да. Ну, не знаю, Миха, сколько бар у него будет-то? Ну, нам 3 бары нам хватит. У него 3 бары примерно. 3 бары у него будет. Но не больше. У тебя не 2, у тебя 3 бара будет.
Ну, я понял, что ты не хаваешь. Я просто смотрю на твой инком, и в итоге к 17 плюс то, что ты кинешь, тебе хватит на 3 бары. Потому что ты ничего не доставлять не будешь. Ни айса не апать не будешь, ни у тебя ауры нету, чтобы тыкать тебе еще что-то. Тебе изи хватит. Нет, зачем он нам? Забей, забей. Если вот ты вот это будешь апать, тогда нам не хватит. Ёпта, ты еще и два айса тыкнул. На 10-е что ли было, или когда? Ну они сейчас могут, кстати, дать 12-ю. Нет, копят. Какую они будут кидать? 18-ю. Да, бросали там бросали. Две баллисты, я видел. Постакайте нам, ребят, если вы все равно, я думаю, дефните. Ну это хорошо, они еще не видели волну нашу. Не видели? Не, они волну не видели. Но где они бы увидели, если пятую мы дефнули оба, седьмую вы дефнули, и десятую тоже вы дефнули. Где бы они увидели? Ну, зашибись, я думаю, мы вообще ликнем без СО. Слепок. Ну, после этой волны продай в отводе паука, я тогда тыкну их и заролю. 4 гидры, я думаю, в основе хватит. Нам надо деф искать. Хотя даже если у нас дефа, в принципе, не будет, гидр под апаю, чтобы бар танковали, и мы весь инком тупо сбреем. И нормально будет, думаю. У меня мутанты появились. Ну, и зашибись. Все зависит тогда от Вани. Как у него отвод сработает, сколько у него лорда будет. Да, отвод, ну, четко 3 лорда по-любому есть. Миха, смысл этим покатаем? В смысле, а как нам этим катать? Что я буду делать с гидрами? Мы в хламину пустим. Наши тоже в ноль по-любому не дефнут. Они дефнут хорошо, но в ноль не дефнут. Ну, отвод у нас есть. Зачем нам столько гидров? Паука продать. Ну, просто смотри. В основе 6 гидр будет и 3 гидры в отводе. Зачем нам больше? Ну, по сути... Да вам бы инком убить на самом деле. Забейте на это. О, танки. Танки желтые, получается, стимы и тиники у Фуда со Спартой. Но это все равно они в ноль не дефнут, они пустят. Нормально зарядим. Да, там 3 хила и еще стану. Не волна, чтобы сказать, что они... Блядь, 14 дефнут. Нормально дерево, да, у нас было, оказывается, ребят? Заметьте.
Тогда арену не надо было бросать. Нет, и сейчас нормальное дерево было. Сейчас да? Нормально было, ты посмотри, по 3000. А что за ималает? Чё? Чё за ималает? Дай посмотреть. А? Кто на Кинге? Зикол, дай Кинга посмотреть. Кинга, дай? Миха? Миха же пишет. Двойная. Серьезно? Да, 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 такая хуйня бывает. Я же говорил, что бывает, блядь. Чего это? Если проиграем, разыграем. Бывает такое хуйня. На боте тоже такое часто было раньше. Если мы проиграем, это наоборот. Типа. Да, я типа лорда апнул бы для приличия в миде еще одного. Чё? Ну кушать как бы. Ты там же ведь не кушаешь. А. Нормально кушаю. Ну, не знаю, не знаю. Зачем они нам? У нас типа бары есть. Но мне гидр бы еще апнуть, мне в основе надо апнуть гидр. Я без понятия. Ну, тут, надеюсь, ребята хорошо дохнут. А им тоже пришла горелка или что? Кому? Противнику нашему, снеси Арчу. Снеси Арчу? Отводим. Ну, я не знаю, может быть, к ним тоже пошло, может быть, и нет. Но если к ним тоже пошла, то тогда ничего. Но если у нас будет два скилла. Лол, горелка и это. Не, волну не давайте, короче, депали бы. Волну не палим. Да, мавал, блин. А Миха записывает по лол. Ну ладно, выкладывать не будет. Так я думаю, что за бред там волна. Вроде знаю, волна пишется сразу на 14-й малый. Лол. Нам бы, блядь, два тиника, блядь. Конечно. Да. Ну и что? Они, мехта, они тоже неплохо кинут. Ну? Мех, ну мы с тобой в хламину вообще ликнем. Ему дефнуть тоже свой. Мы при любом раскладе плохо ДФ. У нас задача инком разобраться. Да. У нас вот эта задача. Ну неужели все-таки 16 ебаш? Как ты 16 прикинь, сколько дерева? Ну, 5000. Мы на 17 столько не кидали, сколько же будет дать. Ну, кстати, да, 16-ю кину. Улан, да, на кури и на всякий, потому что мы 16-ю тоже плохо дефим. Бать, бары, мары, шмары, танки. Могу одно дерево поставить, апнуть, блядь. Так, вот эту туретку продадим и 345, на чем мне еще продать? Миха, убери эту хилку. Или тебе все равно на 2 бары не хватит? Ну, айса апни лучше, да. Не хватит, ладно, тогда пусть. Да. Так, Ваня, отвод. Ваня, а почему ты два лорда не апнутых у тебя?
Потому что денег нет. Кинули бы кинули. Ну, смотрим на ваш деф, и если что, потом стакаем. Апаем кинга. Заворачивайтесь, чтобы они не сагрились. Вам три демона. Вам два хотя бы. Вы должны много дефнуть, я надеюсь. У нас гребаный отвод разваливается, демон там. Пришел, сразу начал бить. Не, ну главное... У нас нули мы будем, да. Давайте, не знаю, по два бахнем тогда. Вам сейчас у вас не в нули, но надо лорда стакнуть. Да мои пускай уходят, уходят. Да, да, пускай уходят. Миха, пускай уходят. Да, 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 пускай уходят. Пускай уходят. Ну намапать надо, я думаю, мы не дефнем, или дефнем. Дефнем. Можно кингу их отправить? Демона зря спостакали зеленого. Я думаю, зря застакали. Давайте зеленого демона стакать. Они наоборот сразу дыхают. Ну, стакать, чтобы не бил, не дамажил. По линерам, по вертутам. Ну, в принципе, можно не апать. Так заберем, я думаю. Давайте кряков, болис по КД. Не надо апать. Чуть. Да давай хила дадим. Я думаю, хила дадим и все. Давай, не надо апать. Волну могу дать. Давай волну дай и все. Не парься. Давай демона сразу. Блять. Баллист. Просто хилку отдадим и не будем париться. Даже хил не уходит. Второго демона есть. Вот и все. Мы специально, блядь, сейчас скандалим. Хотя они в размене мы выиграем. Значит. Ну, сейвым минер можете, в принципе, не тыкать. Плохо, что один тает там всего лишь. Ну и второго. Я устегу. Блин, надеюсь, они не дефнут. Конечно, не дефнут. Посмотрите туда. Мы сколько по 6 тысяч кинули. Кто-то 7 даже кинул, блядь. Но главное, чтобы там инкореза не было. Вот бары там просто бары есть. Инкорез. Ну, смотря сколько их там, вот. Если их много, типа, они сразу будут фокусить этих демонов. Тогда, получается, смысла вообще не было два демона кидать. Лучше было кряков каких-нибудь. Там бары были, вы же видели. Угу. Бары и феникс холм, а эти с ним вроде. Ну смотря сколько. Нео было. Да и Ваня фул зачем построился, непонятно. Лучше бы ламбер бы делал. На ламбер бы оставил. Да я думаю, что это конец как бы игры. Ну, я тоже так думаю. Надеюсь. Да, 62. Сразу то пятый бот. Нормально, молодцы. Надо еще катку выиграть.
чтобы было 3-3. Ну, нам грелка не помылась. Честно. Ну, это бы не порешало, даже если бы горелка была бы. Так можно было бы рез сыграть, сейчас, если бы... Я думаю, что за хуйня у меня залагала мышка. Томат, сука, садится на экран. На сенсор на экран. Жук. Рами? Ты мне там где? А, чёст. 5 алкадерия. Всё, нормально сходил, кстати, колян покурить. Так себе колян, не очень там, оказывается. Я за кофе. Я за кофем, ребят. В Ула, автофолов убери. Open 3. Swap 1 на 12. Swap 2 на 12. Open 3. Swap 1 на 2. Я за кофе, ребят, сейчас подойду. Ёперный театр, где он? Оперный театр. Ёбля. Все, я за кофе. Сегодня Боруссия Ливерпуль играет. Ебать, Матрикс затроты, бля, играют АП на 10к, блядь. Миха, Черноморец или Олимпик? Ребят, вы все тут? Миха! Чё, там не все, что ли, ещё? Юра, скажи Миха! Да какой Миха, блядь? Thank you.
Миха, ты тут? Миха, Черноморец или Олимпик? На стартануле. А если Черноморец дома? Зварика. Вижу лордов. Я ролюсь, короче, сразу. О. Маня. Вижу лордов у себя. Давай ролься тогда. Акаши. Можете до блоха мы дефаем. Миха, отвод сразу поставь. Давай некрами буду играть. Отвод кольта дай. Поставь лорда сначала, нет лорда, Миха. От стены поставь. А я думал, ты этого поставишь. О, да? Угу. Так, сейчас я кофе налью. Сейчас поставить? Давай на второй поставишь Акашу. Лучку бы мог оставить, кстати. Блять, ты сказал Акашу, я... А Акашу. У тебя кони есть. Итак, ребят, 7 мы дефаем, 8 дефаем, 10 на вас, остальное на нас. Сойдет? Да. Все, теперь нам осталось найти, в принципе, инкорез. Ну, у нас есть инкорез, у вас, вижу, нету пока что. А что, вы в соляну, да, строитесь? Не, а кашу он даст на второй. Ну, в соляну, считай. А чё не конь этот? Миха, ты смотри за дефом там. Да, блядь, конь. Что хреново кушать будет? Миха, чё там? Не понял. Три, два, один... 30, 29, 28. Год 2, ты... наверное, да? Я арчей кидаю. Да, год 2, и потом 4 какой-нибудь и 7. Не, Мих, в стеночку, вот сюда тыкни его. Да, зачем его туда? Вылазить будет, потом еще и тебе придется на 10 тыкать. А так он уже будет, и все. На 7, что ты мне тыкнешь, наверное, какого-нибудь Магнуса. Вот-вот, вообще не знаю. Я себе нам пришло. Хермит, урса, хермит. Кто-то два хермита кинул. Ну, у них, у наших только два хермита. Розовый два хермита кинул, дешевый два хермита. Восторг. Ребята, ребята. Где
Блять, одна монета, сука. Мы сейчас так не дефним, да? Нет. А там не тает случайно мех? И тогда я апаю некро. Ну апаю, он инком будет резать, нормально, чё. Только тогда тебе на 4 еще что-то надо будет доставлять. Блять, еще некро поставлю. Я апнул. Поставил. Ну, как да. Вариант, кстати, не апнутый некр. Ну, вы инком сбрите, это уже типа кормежка неплохая. На 4, наверное, карету дам, вот-вот. Блять, ну, блять, так... Я просяду, нет. Мне тоже ВД пришел. У нас тоже ВД. Ну, опять 4 ВД, да? 3 ВД. 3 ВД. Так, я думал, мы дефнем с тобой, нет? Но вы кидайте, я ничего не могу кинуть. Я тоже не смогу кинуть. Да, мы с Улой чисто лампа, вы кидайте. Ребят, вы дефаете? Да, вроде. Стакайте нам, пожалуйста. Тут что-то больно вообще как-то. Хотя хуй знает. А, дефаем. Чуть-чуть раньше. Ну, пойдем, кушаем, короче. Но лорда отпустите, некра не палите. Сейчас я некра сам стакну. Шипзика, но лорд стакну. Ничего не съест, он сдохнет. Съест. Лорд всех он забит. Сейчас вызовет еще. Он сейчас еще вызовет, да. А, не вызовет. На стакну. Он уже вызвал. Нет. Вызвал. Он. Просто он упал и сдох. Две секунды. Успеет, все зашибись. Ну кидайте, урс там. Это время как раз для нас. Это вообще зашибись. Миха, мы с двумя арчами дефнем? Нет, не дефнем. Телегу, если вот-вот поставлю, не дефну. Ну окей, давай я тогда вот так сделаю. Так идем-то. Забываем. Там две усы всего лишь. Кинули. Разве. О, да. Или кинули. А ну нам урс не пришла тогда зашибись. Блять, все равно не построить свет сюда. Но смотрите на ваш деф, если вы неплохо. Миха, ты заворачиваешь, помогаешь. Короче, если вы дефаете, дайте нам пару стаков. У нас две арчи тут просто. Надо было апнуть вообще арчу и не париться, посидеть 3-0 какие-то на третий. Это вообще пипец, сколько мы увлекаем. Че, пускай лорд идет тогда опять. Некро. Там зашло. Некро, стакните одного. Некро, стакните нам. Ну, пять. Вы, блин, раньше бы говорили, я не знаю. Ну ладно, там Макаша задержит. Убить. Это стакать или я попробую? А Акаша зачем? Лорда отпускаем. Ну там маленький сплешик есть. Но я думаю, стоит кидать 5. Надо кидать. Надо давить. Что скажете, ребят? Ого, давить. А хз 7 можем. Ну мы можем и 5, и 7. Ну 5 они стопудово ждут сейчас. Вот и кидаем его. Не знаю.
апают регу. Да не, хилом попахивают. Хил, хил. Да, хил. Там 20 штук все. Да-да-да, мне хил. Зашибись. Я тоже хочу 7-3. Ну делай, делай, я дефаю 7. Ты делай, ты ломбись сколько хочешь. И ты неплохо, если некрок еще лорда тыкнешь, ты неплохо дефнешь 7. И будешь 7-3 и 7-4 какие-то сидеть, я не знаю. Ну, бля, сейчас опасно оказывается. Ребят, 4 урсы есть, урс больше не кидайте. Спам и орков, я не знаю. Не, сейчас опасно оказывается. Кстати, мне не хватает меха. Мы так не дефнем с тобой? Я думаю, дефнем. Дефнем, дефнем. Пиздец вы нахуй. А если опять кинут? Не, пятую не кинут, они апались там. Они апались, они не кинут. Ай, блядь. Да, и лорда они видели, зачем им кидать. Нам стакать и нам, я не знаю. Хотя мы, наверное, дефнем, я думаю. Сот вот шкаф. Все равно по стакать. А не изи. Для арчи дефнет изи. Ты мне арча не задефнули. Так, ну я посижу 7-3. Я думаю, нам хватит за деф. А нет, стакать лол, мы не дефаем. Твою же дивизию. Ваня, а ты коня сможешь поставить, да, походу? Да, наверное. Да не надо, не надо, пускай ну, ломбится. Да ломбитесь, ребят. Да ты не дефнишь, лики ликов много очень. Да, там тоже там 40 лик вообще. Вот именно время тянется, они кинуть могут. И весьма неплохо. Они идут ва-банк всегда, они... Время ну, идет, просто, они ломбятся. Просто плохо то, что все мы сидим сивого, типа один и должен ломбиться. Ничего а не сивого, оба, мы с тобой оба 7-3, это очень охуенно. А твой может. Случай сейчас, ты очень много ликнул, ты вряд ли сейчас деф будешь седьмой, просто если кинут. У меня два раза больше инкома. Ведь ламп у нас одинаковый, но инкома больше. Ну ладно, дефайте тогда. Миха, дай мне Магнуса, посиди так. А, тебе хватит, да? Ваня, с тебя же конь будет, да, конь? Да, будет конь. Давай я сейчас строиться не буду. Что за три мента уло? Блядь, на пятый был. А что будем кидать, орков или что? Да, орками. Угу. Постакайте нам. У нас 4 арчи тут. Что-то сегодня и вы зафилили на арчах, и я зафилил. Что-то на арчей нам не везет сегодня. Нормально отыграть не можем. А мы вторую нормально отыграли. На, вы еще и вторую, да, на арчах там сидели? Мы же с лорда арчи пошли. Смотри. Ну, мне кажется, они апаться будут, они не будут кидать. Они уже апнули, они кинут, но... Да, я сомневаюсь. Что, конем не пахнет, да? Ну, ладно, кашу апать тогда. Кашу апать? Да. Кашу пускай апнет. Не апать, еще одну поставлю.
Не апри. Зачем? Она с двух ударов убивает, и это с двух ударов. Какая разница? Танковка хорошая. Влад, ты лорда дашь? Да, я тут думаю, куда ставить. Ну, рядом с Акашкой. Да. Надеюсь, вы дефните. А то что-то у нас дефом не попахивает. А если ты бы сидел с М2, на, отец, я тебя убью. А что ты меня убьешь? Что дефом не попахивает вас? Да пофиг, наши дефуют. И у нас волна. Ну а что ты 7-3-то сделал? Я не успеваю рассмотреть, что у нас с дефом, что ты строишь. Ты вообще ничего не построил. Да и 6 орков к нам. Что ты хочешь? Что я сделаю-то? 6 орков. Что вы дефаете же? Ну и нет. Ну, ну, у нас фигня там. Ну, короче, хпшку чисто апаем. Ула, отмени ламп, лучше апни хп. Чуть-чуть осталось. Ула, отмени лучше. Хил отдадим. Да моим с одним апом не отдадишь. Ну, один ап может все решить. Ваня, сейчас решит. Ваня, давай. А, там тоже арчи. Войди, блин. Все, можно копить. Че, вы 10 как бы? Изи. Мы 8 не кинем? А зачем там арчи? Арчи. Я вообще бы не слушал тебя, 7-5 сидел. Нам хил нельзя давать. Там смотри, блядь, сколько ап. Че у нас, некро и... С тебя одна черная банша. Обойдешься. Дайте черную пушку, 10 что ли? Дай полонгит, 7-2. Если вы дефните, тогда да. Ну, на кашу, потому что не хорошо дать. Если вы не дефните, тогда лучше тебе с них и подапать кинга сейчас. А ты ёбки, а? Конечно, он не может снимать. Там 6-4. А в одного входит чёрт. Только не разбеги, но плиз. Сейчас бар можно этого закидывать. На варлока. Тупая надо, блин. Че, вы же дефаете? Нет. Да, вы. То вы изи дефаете. Или нет? Нет, нет, пусти. Там все разных будет. Давай по стакам, дефать. Лорда, надо, чтобы лорда не били. Здесь. Ну, арчей, арчей не палим, наверное, я думаю, у них. Арчей, я думаю, не надо палить, пускай 10 не кидают. Че, сидеть 7-7? Или 7-6? Да, присутствую. Да 7-7 делай? Угу. Ну и сиди 7-7. Как?
Мы сейчас кинга вообще апать не будем получать. А черт, сейчас так у тебя. Не спалить. Зачем бы ты их заходил? А, 7-5 получилось. Отлично. Чё, по 2 орка осилите? Кинг, конечно, голый. Типа, мы дыхнем. Типа, мы дыхнем. Бля, Луна, ну мне нести вот один купишь. Вот это большой. А тут тебе будет. Не, одного черного сделай, Ваня. Так хотя, бля. Продай что-нибудь. Продал бы этого, бля, зачем вот его не продавать? АГ не сможешь это дать, бля, АГ-то не у нас. Вот так, отвод вроде только второй рубеж нормально, остальное сусов. Большой, там мало не поможет. Она банша пиздец контролит. Затерся, пизду нахуй. Давай спам. И стак не первого. Первого, да. Угу. Разнобой пошли все. Так эти нам, ребят. Видишь, как контролит нахуй этот черный? Вот, заебись, я фазирую. Че, давайте скинем арену и пойдем. Или че думаете? Или апнем? Нам апать скинга надо. У нас скин голый будет. Я скину, вы апаете кинга. Ты чё, босса забрал ещё и скину? Я, короче, 7-9 делаю.
И опять он этих пристов ставит, блядь. Нахуй ты их ставишь вообще? У обоих арчи? Угу. Они выиграют тогда, блин. Пусть лорды у нас были. Да не нахуй, да. Две арчи, блядь. А ну на арену еще не теряем. Да, блин. Да там не в арчах дело, там линии еще были. Давайте до конца вам заточим атаку хотя бы до фули. Да хз, копите, копите, реально копите, копите. Дайте я последний сделаю. Давай я тоже вот так сделаю. О, апнул бы лучше кинга. Зачем варлока кидать и их кормить? Да, блять, варлока я скинул еще в арену, чуть-чуть не успел. А, то есть за тебя в арену проебали, да? Да. Варлоком не попал. Гребаный арчи. Интересно. А? Конечно. Да, у Рассела нормально. Инку с инком. Ну я 8-8 нафиг посижу, не хочу рисковать. Пока по телефону поговорю. О, тролль, виверны. Строй нахер их. Вернинку убивать. А? Да. Вернинку убивать. Угу. Ну, блядь, не 7-6 сидит или 7-7 апает? Не, 7-7 апает, ты чё? Впереди ставить. Ой, узнает. Тролля поставить. Верником убивает. Да, штуки 2-3 можешь поставить. Они хороши. Да, изи могут. Нам второй скилл нужен срочно. На 14 дают. Если хорошо попасть.
Сюда ставить? Не, ставь вот сюда, вот здесь двоих поставь вот так. А мне ролиться надо. Как я не люблю их ролить. Что, мы решили, да? Мы 17-ю идем? Ну да. У нас не снега еще. Угу. Ты этого уберешь. Я знаю. Я пока специально так сделал, чтобы у нас переотвода не было, чтобы ты тоже кушал. Ну, 14 сейчас уже нормально сделаем, потому что 14 у нас туго, да? Убери его. Ну еще одного Магнуса. А пока не убирай, пускай будет. Нет, Магнуса тыкай вот вот. Зачем мне Фениксы, если Найо лучше сбивают инком из-за дистанции. Плюс ты Фениксов сзади тыкаешь, надо было спереди наоборот тыкать. Или хотя бы наряд, чтобы они танчили волну. Что-то мы вообще мало скопили, 3к всего лишь. Даже 3к нету, 2к. Ну вы апалики, я хуй, я не апал, допустим. Я если бы 6 сделал. Ну, арена. Что у нас там, горелки нету? Второй? Нет. Нам бы верта бы какого-нибудь бы было бы вообще зашибись. У тебя ролиться нельзя. Я хз, мне надо ролиться. Ну роль, блядь. Мне капитан сделал. Последнего лорда продать? Нет, оставь. Я еще раз рольну. Я не роль, зачем за медло поставь, тиника поставь. Да блин. Блять, инкум нечем убивать. Блять, по старинке дефти. Вот отвод хорош. Да, у тебя смысла нету вообще сейчас уже ролиться. Тогда надо было этих лордов вообще убирать. Не знаю, зачем вы тогда этих лордов поставили. Ну, я одного доставил просто. Надо было убирать. Тинника одного бахнуть и, наверное, заролить. Но уже поздно, уже строй тинников, слово тыкать. Единственное плохо то, что третий лорд в отводе. Вместо лорда лучше бы... Не, пускай лорд будет. Я еще, наоборот, слово добавлю одного. Это будет перебор. Или нет? Нет. Хотя, может быть, бы нет. Да, может быть, бы и нет. Блин, у меня старт не получился, Феникса.
Как вы нажимаете на клаву? Научите меня. Это пиздец, вот этот парень вообще псих. Юра, говорю, что 16 лет. Ну, я надеюсь, на 17-й волне у нас не будет этот. У вас пройдет мимо. Если вот так стоять. Если вот так стоять, пройдет мимо. Не, я тыкну все равно пехотинцем на всякий случай. Блять. Случаи бывают разные. Все, момент истины. Глоки, да. Сейчас все закончится. Ну, у нас конкретного дефа нет, лично у меня. ТПС слабый. Отвод-то есть, массовка там. Так, мне надо вот этого лорда апнуть. Киника поставить. Отвода хватит, да, Ваня? Да, конечно. Три лорда это хорошо. Замедло не апнешь, замедло по-любому надо. Что? Блять, замедло надо. Спаси поньше завтра замедло. Все, блядь, надо апнуть на Кинга. Опа, а где... Блять, а где демоны? У них. Ну, черный, ты что достал там, блядь? У нас тоже. Земля, смотри, решает, да? Придуха отбежал, пошел. Там сколько пошло? 29. Блядь. Ну, давайте, ну, вроде живем. О, Ваня, контроль как боженька. Да, сука, можно было и не ролить лордов. Два. Один. Ну, если один, то зашибись.
Ну вот два Магнуса было бы перебором. В отводе Апноты. Мы Арчу просто в отводе не учли. Апноты. Она там сзади гидры стояла. На себя все-таки приняла. Потому что меня уже не приняла. Ну да, что делать? Ну, в отводе только не стройтесь. С каким пиком? Гидра твоя. Жаль, жаль, Хадесов жаль. Миха, у меня 150 ролл. Я тебе гидрами буду в отводе дефить? Скажи мне. Да, гидры под троллем, блядь. Они 28-ю просто развалятся. Ты вообще о чем? Ну, надо надеяться на то, что МГГшка будет на 28. Не, сейчас вроде бы позволяет. Гидра позволяет строиться нам. Ну, не знаю. Сами смотрите. Я пока в основе буду строить, потому что основа слабая для 20-й дефа. Алло. А? Какой солнце? Замес ты приготовил? А, не, я не буду спать. Влад, ну можешь себя строить смело. Ваня, мы же дефнем мид, правильно? Двадцатый? Да. Ну да. Ну в смысле, мне что-нибудь построить миду сейчас? Не надо. У Грифона одного если я попробую. Блин, нахуй он один здесь. Я... Тебе? Мне на Феникса? Я не понял, ты про что? Ты вообще строил? Зачем их ролить? Ну, ты еще можешь ламбер заказать и Феникса апнутого поставить. Там лины же еще выходят, вот можно не за это, да, лины. Не, лины рейндж маленький. Там минеры порешали с аурами, наверное, скорее всего. Ну я ничего не строю, мне уже несколько лавров. Вот ты все забираешь. Так что грифон нужен по-любому.
Да, намного, скажем так. Почему? Ну, как я, 70, наверное, все равно просто. Мы вообще дефаем с тобой, Мир? Ну, пофиг, наши дефит. Ну, еще одного же заберем. Я его наш стак. Не, наши дефи. Стак и наш. Стак. Нам на руку, наверное. Нет, тем, что мы больше на арену кинем. Отпускаем? Отпускаем? Вот сын их не убивай. Не убивай его. Не убивай, блядь. А уже поздно, он нубас, блин, он не знает, когда надо переключать. Дай ты волну эту гребаную, которая, блин, дамажит больше, чем тычка от этого. Да убей, убей. Я бы со станом хила дал. Но они больше кинули, потому что они сидели меньше ламбером, чем мы. Поэтому они больше кинули. Нет, если бы они больше бы сидели, они бы не дефнули в ноль. Усёк, про что я? Нормальный ход. Почему? У нас лорды вообще-то. Фениксы, гидры, Нео. Там тоже чуть лордов есть. Блять, там хуй туча мутантов, конечно, у обоих еще. Да, там. Или нет? Нет, там только у желтого. У желтого. Да. Но он чисто их, походу, что штопал, вот. Бля, плохо то, что они вечно на ХГ стоят, а наши идут вглубь. Бред какой-то. Ну что вы думаете, что делать будем? Рискнем 28 или нет? У нас выбор какой-то, кидать 37 пушки. Сука, а там хадесы появились, да? Там, да. Так у тебя хадесы тоже могут появиться, тут роллы повторяются вообще-то. Угу. Блин. Ну да, арена их нет. У нас промахи по КД. Просто по КД гребаные промахи. Но арена все равно наша. Их нет. Но это все из-за промаха. Ну это бред, по-моему. Ваня, сделай 7.15. Сделаю. Ой, что говорят, не ярли нас. 7.4. А ты говоришь, иди вот, вот стройся и дефнешь. Почему? Почему? В прошлый раз они строились в отводе, а мы в основе их, и мы в ТП не зашли. Вот почему думаешь, что мы проиграем? Сейчас, что делаем, ребят?
В основе строимся. Я хочу попробовать у себя построиться. Ну, тут пробовать нельзя, тут надо наверняка его. А если эту катку проигрываешь, то и что ты думаешь, наверняка, что будет сейчас правильно сделать? Наверняка, чтобы не рисковать, в основе строиться. Построй ряд перифоров. Ну, определись валом, ты определись, чтобы у тебя в основе было больше value, чем в отводе. Если ты определишь свой вал, то может быть... Не, лорды. У тебя лорды, да? Ну, у нас мало феникс, давай еще два хотя бы, и потом ролл. Бля, не знаю. Я хочу. Аур нету, правда. Демоны. Ну, кинули они. Нет. Все, я у себя строюсь. Нет, ты че? Подождите, посчитай, посмотрите, это оранжевый кинул. Оранжевый, розовый кинул. Желтый кинул. Зеленый. Конец. Зеленый как? А, зеленый демон. Да он демон ходит у зеленого. Ну, сейчас можно идти в отвод. Так, все кинули, да? Вы заметили? Или нет? Да. Да не стакаются они. Стакаю. В этой заинком. Надо было. Там, ну мы по-любому идем 28, да? Но если они кинут 23, я предлагаю тянуть 500. Время и 10к плюс копить. Но я вот сейчас даже строиться не буду, лучше. Наверное, ряд гидр поставлю, потом заролюсь. Че скажешь, Мих? У меня 150 ролл просто. Ну вот, давай еще ролл. Ну, оставь фениксов, наверное, да? Просто это вообще бред по мне. А, вот, я еще тролля, подожди. Тролля вот сюда надо нам поставить, я думаю. Что скажешь? Чтоб он тут тоже это делал. Ты же закругляться будешь. Сколько у тебя ролл? За 150 уже? Ну, ты как это. За 100? Ну, капитана втыкнешься, ролишь. Розовый, оранжевый, или он... Да, одного тыкай, только сзади. Да, они все кинули сейчас. Вот сюда куда-нибудь тыкни. Тинника, чтобы он в конце... Желтый, только... желтый кинул что-нибудь? Смотрите, желтый. Розовый. Я желтого не вижу. Я тоже не вижу. Куда копить, что ли? Сава не кинул. У него самый большой инком был, наверное, все хво. Вот желтый ходит же, блядь. Yeah. Что желтый ходит? Где ты желтый там видишь? Да у меня арчи были, там дракон был. Не было желтого. Оранжевый. Но на 22 от желтого же инком приходил? Да. Да. Все хорошо. Ну да. Мы никому не подняли. Так и чего у нас? Лорды. Лорды гидры. Инком 600-500 нормально вообще. Сколько сейчас? 8? 500 должно быть.
Передай в пиздец просто, посмотрите, какое количество варит. Ну их тыкнул бы назад, Тинника, я же сказал, рядом с Вич-доктором, чтоб он чисто ауру давал, а не танчил. Он сдохнет, он на 31 сразу сдохнет. Он никого не будет обходить, там Феникс впереди. О, у тебя за сколько ролл уже? Следующий за 100 будет. А зачем ты столько грифон тыкал вообще? В 31 идем, да? Нет. 28 уже сказали. Надо было кидать тогда. Не стакай своих, тянем. Я думал, просто реально тогда надо было кидать куда-то, потому что вы сидите по 500 инкома. Это достаточно, у нас перед их пиздец, посмотри, 8500 сейчас нужно. На 3000 пипер. Почти на 4. Ну, не знаю, короче. Решайте сами, мозги не делайте мне, плиз. Сами, давайте больше ствол туда кидаем. За 28 кнопка 9+. Ваня, там... Мне на 31 идти, это уже бред. Учитывая этой версии. Типа, мы кинем инкома больше, но этот инком режется тут. Окей, давай кидай 28. Нам надо тянуть как-то, я не знаю. Надо не строиться, что ли. Ваня, не строй тоже. Ну, надо одному кому-то не строиться. Я, в принципе, гидрапну всех в 27, и они в отводе неплохо задержат волну. Хотя всех не буду, вот так оставлю. Мне просто надо, чтобы один кто-то из нас всех ликнул, они все ликнули, типа. И я, и мы ликнем, и вы ликнете, это не очень актив. Ну, они в отводе строятся. Прощай, около инкома. Я надеюсь, вы бы дали Ромака? Не бы дали бы, конечно. Бля, что-то разваливают наша армия, вообще их пизды дают. Никакого, бля, лика не будет, уже 26-й. Ну? Да у тебя 8к, у нас-то по 7. Ну, у меня мехаферма. Я где-то 800 леса угрохал на ферму. У тебя 55 еды, у меня 121. Я по 200 леса грохаю. Улы то же самое. Надо просто не спамить, а в конце надо спам кидать, а не в самом начале, то чтобы спамить. Ваня, харе лордов, ролльни, посмотри, что-нибудь найдешь, может, толковое. Ваня, с вами, а сколько у тебя ролл? Ну, 150. Уже 8 лордов есть, миду. Сколько ролл? 150.
Ну, пускай лучше неапнутых поставит, потом сразу заролит. Вдруг у него там шлак будет. А так хотя бы неапнутые лорды будут, он апать будет. Вдруг морта, там, деревяха, кони, я не знаю. Тут роллы уже повторяются. Тут все что угодно может выпасть. Сколько ру? Зачем? Зачем нам мутантов ролить не надо? Тыкать фениксов, потом заролишь, и если что-то стоящее будет, то... Ну пока не тыка, убери этого феникса. Апни ферму, тыкнешь после феникса, и заролишь. Зачем нам минеры эти? Ни о чем не. Да. Давайте без спама, ребят. Спам в самом конце. Блин. Надо и спама только гуль давать. Ну вот сейчас кидайте гулей и ментов. И все. Не надо Дина, дракона всяких. Вот этих не надо. Это в самом конце уже кинем. Кидайте пока все жирное. Баллист побольше надо. По три. Да, конечно. Кидайте, я пока не буду. Неужели? Да, вот зашибись твои уходят. Миха, если мы дефаем вообще? Блин, да, да, там три нео. Ну, ликнуть больше кинули бы. Ну, все, го строится. Ну, дефну, что поделать. Тогда надо было кидать 23, хотя бы, потом идти 31. А так идти сразу 31, это глупо. Угу. Ебаный. Да, полный со своим фэншуем, блядь. Давайте ГГшку, и решающая игра будет у нас. Мне кажется, интересно будет. Это миньеров поставили в гору. Ну вот будете смотреть, миньеры вон там стоят. Там рядом, да, два эхо. Хуёбки, сука. А чё, дэвуют всё, блядь, карты. Для минёров там, блядь, 3D2-3 стоит у него в отводе, но, смотрите, уже стоял 2. Ну,
Ну, эти или к ним. Причем на этих вроде расчет был, что они тут. О, там тоже лорд пизда бары. Хилов-то пиздец. Бары. Бары, они же шмары. Да. Ну, Мих Рольса. Тыка, Феникс и Рольс. Давай, Ро. Ну, оставь, наверное. Да? Ваня единственное, то, что стимов тыкает сзади, вот это плохо. Они будут просто крутиться, вертеться. Он бы вот сюда бы понаставил. Кто будет ролл делать? Ну так, убери одного Феникса и заролил бы уже. Ну, ты поставил, ну а вдруг у тебя лорды будут? У тебя будут Феникс уже не апнутый. Апни ферму еще раз, Мик. Жаль, бар нет вообще. Вот такая десайбла. Нормально. Так, есть последний ролл, в принципе. Ну, наверное, да, там демоны, толку нету, я думаю, кидать. Жирнется. Что скажете? Пацаны. А? Блин, я вообще не вижу смысла кидать на сферу. Смысла нет, смысла. А куда один кидать? Да не, надо кинуть, хоть что-то даже не пройдет. Ну я думаю, спам кидать надо, ну, чтобы бары типа по спаму пичковали, не знаю. Лиха, где фениксы апнутые? А чё ты тыкал сейчас? Нафиг тебе эти бомжи нужны. Давайте кряку там можно, пуджа можно кинуть. Типа мне вот вроде мне не нравится у нас там. Блин, у нас и зал только этот. Управлян. Бля, аккуратно, чтобы второй демон не зашел. Второй демон? Ну все, пусти. Это хорошо будет. Два демона, они сразу упадут. Да, черт побери, ёбок. Дай. Задницу куда-нибудь тыкнули.
Кто же там много засылал? Демоны. Ну, у меня два демона пришли, сразу легли. Идет, надеюсь, сагрится все. Да, все зашибись. Ну, лаги жуткие какие-то. Демонов все настроили, конечно, лаги. Ну, я почти дефнул. Там Фуда хорошо дефнул со Спарта. А, и этот тоже, Лёха тоже там уже в отводе дефнул. Точнее, Эдик. У нас с Гидры падает. Миха в отводе помогает стакать. А, мы в отводе даже не дефнем, забей. Тыкай ряд Гидр, тыкнул, блин, ряд Гидр. Лол, блядь. Ребят. Пизда, у меня все хиллеры остаются здесь. Не-не-не, никто не останется, мы задефаем, ты чё? Петя? Конечно, задефаем. Не знаю, ты сейчас, блядь, там больше, конечно, войска. Там, да, там больше. Там больше всего. Чё, вообще не заворачивайте. Этих питов. Ой, там аур больше дорогой. Да, у нас верт есть у кого-нибудь? У вас есть верт? Нет, нет, в этом-то есть. У нас кроме тролля и дисейбла никого нет. Ну, у них маны нет, одну радует. У нас есть. У нас тоже есть. Нет. Ну. Есть. Есть, да? Да, мана есть. Ну тут, я короче, надо... Почему? У них тоже маны есть, слышишь? Вот сейчас демона кто-то киньте. У них тоже маны есть. Так, я кидаю. У них тоже ну, у них, маны. Блин, у них бары, там ауры. Да нет, это луст. Да, и у Эдика, у Лёхи там вал, смотрите, сколько. А тут Кингу стакнуть хотя... можно, интересно? Кингу? Да. Да, но зачем всех не застакает? Ну, я не знаю, Ула, давай вдвоем сейчас кинем, наверное. Или ты кидай, я на следующую кину. У меня сейчас демона нету, я... А, ну давай я скину. Не, Кряку не кидай, Пуджа лучше кинь. Баллист, Варлоков не кидайте. Но спам только не кидайте, команда, да. Лиса, вот это не надо. У нас уже пачка маленькая выглядит. Мне Кряка дать или Next попробовать этого демона? Демона лучше. Да у нас дамагер вперед уже уходит. Ну да. Все, пробка началась. Пиздец. У нас фениксы, да, умирают там? Угу. Да. Они вылетают вперед, вздыхаются. Мана, блин, стоит с левой стороны, не посередине. Я даю демона. Да, у нас пачка уже маленькая. Так, тут до утра будет. Можно вот кликнуть.
потом. О, кстати, давайте стакать у Пингачева. Вы что, не стакаете, что ли? Ну, я из-за лагов не стакал. У меня одно не лагает. Конечно. Вот. Блять, забыл забиндить, сука, блядь, таверны. Ваня, кидай на следующую. Сейчас кидай уже. Потому что мы эту уже еле будем выживать. Что у нас на Фениксы подохли? Да, у нас Феникс давно нет. Бля, столько Фениксов, что от вас, что у меня, блядь, было. А ты все роллы, да, сделал, Ваня? Да. Да не какие пиздец, они там всю жизнь будут стоять, да? Да. А у них все вызывают, суки, блядь. Тоже вызвали, тихо. Да, у них пик хороший. Молодцы. Пик 8. Бля, у Эдика, у этого, смотрите, какие, вау, 22-20. Да представляешь, какую вал нахуй, 22-20. 43. 65. 85 у них вал общий. У нас что, 28. 54. 80 почти. И там 88. Ладно, всем спасибо. Я ждал от Рассела много, но, конечно. Заруинили карту, да, его? Да, блин, нахуй. Как всегда. Спасибо за лицо.